История энергетики неотделима от истории Самары. Владимир Громов рассказывает слушателям лектория, какую роль город на Волге сыграл в мировой энергетике. Именно самарцы Владимир Ульянов-Ленин и Глеб Крыжижановский задумали в тяжелый в 1920 год электрификацию России. И Ленину Крыжижановскому, то есть самарец самарцу поручил собрать всех инженеров дореволюционных и разработать план переустройства России. А по сути, на этот план смотрел весь мир, поэтому отчасти это был план переустройства мира. И это вот та крутая штука, которой самарцы могут гордиться. От костра до гидро- и электростанций. История Самарской ГРЭС – одной из старейших в стране, которая работает с 1900 года. Как энергетикам удавалось сохранять тепло и свет во время войны? Бесплатная лекция от городской администрации и Самарской газеты прошла в библиотеке номер 25. И неспроста, именно в конце года. 22 декабря – день энергетика и самая длинная и холодная ночь в году. В зале многолюдно и тепло. Ледяной ветер никого не остановил на пути к интересному. Так, лекции довольно часто посещаю разного рода. Литературные, технические и другие. В плане коммуникации вообще важны, в плане информации, так сказать, расширение какого-то круга знаний, в общем-то, по большому счету. Рассказ об энергетиках завершил цикл бесплатных лекций в этом году. Они возобновятся во второй половине января. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков, «События».